Я думаю, абсолютно каждый человек воодушевлен в нашей стране, когда проходит такое событие. Это большое событие, и болельщики ждут его с нетерпением. Я, как футболист, жду его с большим нетерпением. We love our football national team. Football takes very important part in our life. Я думаю, что у нас любит нашу национальную сборную. И мы, как футболисты, должны, я думаю, показывать и доказывать им свою, наверное, какую-то ответную реакцию. It's a great honor and responsibility for Russia to be the host for the World Cup. For the recent time, Russia has changed very much in the terms of culture, art and creativity. As the tournament getting closer, everyone of us can see that there are a lot of new buildings, new roads, new stadiums. Так что я думаю, что людям вообще понравятся наши города, наши стадионы, наша культура, наша, я не знаю, еда. То есть у нас много всего очень интересного, вкусного, хорошего. Russia has changed a lot recently. I would say that Russia is currently experiencing a culture renaissance. Мне кажется, Россия очень красивая страна, и это огромная разница, если взять 20-25. И... По-моему, это большая гордость для нас, для всех, не только кто любит футбол, вообще для всей страны, для всех людей. Я убежден, что наш народ очень добрый народ, и никаких проблем не будет. То, как Россия провела Кубок Конфедерации, я думаю, всем показала и доказала, что все на высшем уровне. Высшей ответственности именно, когда ты одеваешь какую-то футболку, нету. А быть именно футболистом сборной России, тем более вообще, когда ты принимаешь чемпионат мира, ты понимаешь. We already feel much more united as we hold this cup at our home. Надеюсь, уверен, что достойно примем этот чемпионат мира. Ну я уверен на 100%, что это будет самый лучший чемпионат мира вообще за всю историю. Россия вперед!